У тех людей, у которых, которые прошли две дозы вакцинации, а на сегодняшний день, хочу напомнить, в Украине есть возможность пройти вакцинацию вакциной AstraZeneca, Pfizer и CoronaVac. Вакцина CoronaVac, сокращенная там между первой и второй вакцинацией, до 14 дней. У них в программе ДИА зеленый сертификат. Для тех людей, которые прошли одну вакцинацию, для них высвечивается желтого цвета сертификат. На сегодняшний день не обязательно иметь бумажный носитель. Просто при себе надо программу ДИА, она очень легко загружается, и в программе ДИА, если она у вас есть, сразу в ней высвечивается, какой вакциной, когда вы прошли вакцинацию, номер серию данной вакцины. И вам не нужно сегодня с собой носить бумажный носитель, просто нужно показать телефон, если такие заведения, допустим, работающие, и вас просят показать COVID-сертификат, вы его показываете, нет никаких проблем. Можно у своего семейного врача попросить, там, где вы прошли вакцинацию, это не обязательно в центрах массовой вакцинации, хочу сразу предупредить, потому что огромный наплыв на последние выходные, пришло практически 17 тысяч одесситов прошли вакцинацию. И вот, допустим, в торговом центре Среднефонтанска 2700 человек только за вчера прошло. И если каждый врач будет еще и выдавать сертификаты, то это сколько времени займет? И очереди будут действительно тогда. Поэтому просьба не переживать, не нервничать, прийти к своему семейному врачу. И он вам, если вам необходим такой бумажный сертификат, если у вас не загружена программа ДИА, и он вам выдаст такой сертификат с печатями. Кабинеты вакцинации будут работать. Напомню, что на сегодняшний день 1-я, 10-я, 20-я поликлиника, они работают как центры массовой вакцинации, и в издательстве Черноморья, в аэропорту, издательство «Черноморье» расположено на площади Деревянка, там тоже центры массовой вакцинации работают каждый день. В наявности есть вакцины Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, поэтому нет никаких проблем, приходите, проходите вакцинацию и заботьтесь о своем здоровье.